Вот мы и в Торове. Смотри, набережная какая красивая. Смотри, слева Туров. Туровка или Туров. Надо почитать, как речка называется. Мы на набережной в Турове. Что-то слабоватенько. Воды нету. А так трещат. Малыши пищат. Ты думаешь, что малыши? А, в гнезде малыши, доча. В гнезде, ты представляешь, маленькие бусрички. Да, мой корабль, наверное, там. Кораблик переделан в виде кафешку. Тысяча годов сейчас основания. Ну, 1042 года Турову. Старший Гомеля Москва ходит. Гела бегает. Идем в Турове уже. Одну церковь проехали деревянную, и это вторая церковь. И мы не знаем, правда, какой из них находится камни, которые приплыли по реке в виде крестов. Идем, ну сегодня понедельник. Посмотрите, какая красота. Вот как мы себе дачку купим, сразу мы себе такую и посадим. Да красота. Тут, наверное, она как пластмассовая, да? Да вообще. Далеко вообще как пластмассовая. Красавица искусственная. Посрамально настоящая. А это что такое белое? Семена. Приход кафедрального собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Очень. Это как в Киеве, да, впечатление такое. Юра, вот это, наверное, это ты камень. Большой. Умиление. Йорий-Пурнезианосис. Самая старая, наверное, икона, смотри, 12 век. Вот. Мам, папа, мама, вот. Это который... А вот Туровский крест. Вот он, в этом течении по Припяти. Видела его, нет? Да, я же тебе же сказала, это, скорее всего, крест. Оно сегодня закрыто, понедельник. Здесь надо просить здоровья, доча, чтобы быть здоровеньким. Это самый большой крест, который приплыл. Их три, да, приплыло? Мама, а ты почему не молишься? Мама, а ты почему не молишься? Сейчас и мама помолится. Какой большой крест, впечатляет. Тысяча лет кресту, а как дубу. Да.
я в штанах, я не пойду. Но он сегодня закрыт, говорили. Я схожу завтра, когда одену платье. Нет, закрыт, как я и сказала. Надо попросить, чтобы они ножки... Надо читать, молитву надо читать. Вот Кирилла Туровская икона, самая старинная икона. Наверное. Получается, ее сколько лет? Лемуры даже есть. Как называется? Наверное, символучница, я не помню, но всем образом. Юра, может, нам сюда нельзя, в этот подвал? Здесь, ну, может, упоминает усопших, понимаешь? Почему нельзя? А, точно. Вот же свечки. Так, а можно, может, мне свечку купить за Максима поставить? Почему? Мы приехали на кладбище, здесь тоже эти кресты есть. Растут, которые из земли. Сейчас посмотрим. Вот они там растут. На колени становись. Видео так никто не снимает. Две девочки сломанные были, слепые от рождения. Поставите на паузу и почитайте. Монастырь Борисоглебский был здесь, на этом месте.
лет 300 назад был, получается. Ну, крестик же были тоже. И вот такой еще один крестик. Здесь тоже надо попросить. Видите, эти кресты растут из земли. А большой крест приплыл по реке Припять. Говорят, он не один приплыл, а шесть или сколько плыл. Со стороны Украины, да, по-моему, они приплыли? Против течения по Припяти. Да, против течения. Часовня. Время уже какое? 5 часов почти. Как бы и на кладбище нельзя ходить после пяти.